конец. Вот оно такое должно быть. Вот мешочек такой. И вот какой у нас полет. Так, ну что, смотрим момент. Уже у моих полосок не будет. Не очень. Это что? Это кишка. Возможно, что она бы есть. Ну, посмотрите, сейчас посмотрим. Запах, прямо скажем, не очень пошел. Ну, естественно. В кишке он всегда такой. Даже если свежий. Нормальную кишку. Это ворщины просто такие. Она практически без содержания.